Взрыв прогремел сегодня на карьере в районе дач Самохвал. Специалисты сформировали дополнительный запас скальника для отсыпки переливной дамбы и укрепления береговой линии. Всего более 15 тысяч кубометров. Напомним, вторую неделю в республиканской столице активно продолжается строительство новой дамбы. В настоящее время ведется работа по отсыпке переливной дамбы. В настоящий момент отсыпано 115 метров. Это больше половины. Проходим самое глубокое место, но работа еще осложнилась в предыдущие двое суток тем, что прошли дожди, уровень воды в реке поднялся. В настоящее время он немного упал. Работает на дамбе 12 единиц техники управления инженерных защит. Кроме того, параллельно ведутся работы по отсыпке береговой линии в районе водозабора. Там также работает привлеченная техника с МЖФ и привлеченного юрлица. Работы продолжаются уже 12 дней со значительным опережением графика. Каждый день с 8 до 18 бригада работает практически без остановок. Задача ясна. Нужно не дать реке изменить русло и отвести поток воды в другую сторону. Для строительства тела дамбы миксуют скальную породу. Так надежней, говорят специалисты. Отсыпка проводится скальной породой крупной и мелкой фракции для того, для лучшего уплотнения. Вот. Далее идет уплотнение грунтовым катком. Работы много, работа непростая. Есть и неочевидные сложности. Например, чтобы разгрузиться, самосвалом приходится ехать задним ходом почти 100 метров по узкой дамбе. Да и уровень воды сейчас высокий, более 3 метров, что тоже осложняет работу. 5 самосвалов с породой разгружают воду, и только тогда скальник появляется на поверхности. Затем нужно разровнять и продолжать отсыпку. И так метр за метром. Параллельно ведутся работы и по укреплению береговой линии, что также позволит защитить водозаборную станцию Абакана.